Стоп, а как все держат эти билеты в левитации? Там только два единорога. Я когда первый раз посмотрел это, ничего странного не заметил и действительно думал, что AJ может левитировать предметы, типа магические пони и все такое, но нет, это ловушка аниматора! Ну надо же! Здесь для меня много работы. Я никогда не видела так много яблок в одном месте. Забавно, что самый большой урожай в ее жизни попался именно на тот момент, когда Макинтош что-то там себе сломал. А вообще, брат ее взял на слабо. Ну как на слабо? На ее честь. Кстати, почему Эпплджек не хочет свою сестренку подключить к этому действию? Хотела бы яблоки собирали с земли, которые бы не попали в ведро. Интересно, как часто пони в Понивилле приходится прятаться от внезапных наездов стад всяких животных. Пинки Пай. С ума сошла. Давно уже. Ничего себе, лошадь запрыгнула на корову. Вот тут, кстати, коровы разговаривают, но потом после второго сезона об этом вообще забудут. У Флаттершай напрочь отбилась боязнь сцены и, видимо, все нормы приличия.